Все те, кто следует за Иисусом Христом, у них есть особенная особенность. Эти люди понимают, что они на земле странники, и они на земле пришельцы. Почему? Потому что сам Иисус о себе говорил такие слова. Он говорит: лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где голову преклонить. Такие люди, как Авраам, о них говорили, что они в мыслях имеют отечество, куда стремятся. И если бы они имели в мыслях то, откуда вышли, они всегда имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому Господь не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил нам город. Странствую, странствую. Странствую. Странствую, 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 Господи, столько лет. Города жду прекрасного, но на земле его нет. В многоэтажной сложности, как человеку Бог, нужно, чтоб был художником города вечный Бог. Стены земные тесные, к Вышнему я стремлюсь. Города жду чудесного, где мой Господь Иисус. Города жду чудесного, где мой Господь Иисус. Все земное серое, как я хочу домой. Издали вижу верою город прекрасный мой. И замирает в радости от ожидания дух. Скажут мне люди странные, мне